Член Международной академии искусств Александр Сироткин представил публике свои лучшие работы. В честь 70-летнего юбилея художник открыл выставку в картинной галерее. Для нашей съемочной группы он провел персональную экскурсию. Собрались там ребята, хотели сломать вот этот сарайчик. Я подхожу, ребят, вы что хотите? Они говорят, вот сломать. Я говорю, ну я художник, я хочу просто это пописать. Ну они мне сказали, говорят, бутылочку дашь нам, и мы оставим тебе. Ну я им дал 200 рублей на бутылочку, и весь день я, ну пока еще, ну часиков, наверное, до 4, до полчетвертого писал. На следующий день, в воскресенье, я приезжаю, этого места не было, все. Вот теперь в лоткарне этого нет, а у меня вот эта работа осталась на века. С каждой работой связана какая-то история. В каждую картину вложена душа. Путешествие по разным уголкам мира Александр Сироткин запечатляет воспоминания на холсте. На персональную выставку художник отобрал подмосковные пейзажи. Решил показать исключительно родные просторы, потому что презентация творчества посвящена дню рождения живописца. Я считаю, что наше Подмосковье самое красивое, особенно не осень, не зима, или это все времена года. Я просто наслаждаюсь. Но больше всего Александр Сироткин любит русскую зиму, признает только пленаризм, живопись на открытом воздухе. И даже сильные морозы не останавливают художника, если его заманила красота заснеженной природы. Я вот на 23 февраля вышел, был мороз 18 градусов. Когда закончил, было 28. Пишу без перчаток. Надо ощущать кисть, и через себя вот это все проходит, чувствуешь вот это движение. Увидеть красоту природы Подмосковья глазами Александра Сироткина можно до 31 октября. В картинной галерее представлено более 100 работ художника, большую часть которых он создал за последние 4 года. Луиза Егеазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.